Prezident İlham Əliyev oktyabrın 24-də Kuba Respublikasının prezidenti Miguel Díaz-Canel ilə görüşüb. Prezident İlham Əliyev prezident Miguel Díaz-Canel'i qarşıladı. Sonra Azərbaycan və Kuba prezidentlərinin görüşü oldu. Хотели поблагодарить вас за уделенное время, потому что встретить нас именно в день, когда мы прибыли сюда, мы знаем, какая у вас насыщенная и широкая повестка. В первую очередь хотели бы поздравить вас с председательством движения неприсоединения, начиная с 2019 года и по 2022, а также, что вы стали местом проведения 18-й конференции глав государств и правительств. Хотел бы также отметить, что вы можете рассчитывать на всю поддержку Кубы за время вашего председательствования в движении. У Кубы и Азербайджана есть общие взгляды насчет международной повестки дня. Очень много совпадений. Вместе перед нами вызов и цель сохранять единство в рамках движения неприсоединения. И мы также хотим защитить такую мысль, чтобы движение неприсоединения было подходящей площадкой для поддержания диалога, для согласования мнений. Мы знаем, что вы будете развивать свое председательство в очень сложной политической ситуации, но у вас будет вся наша поддержка. Куба привержена к тому, чтобы все конфликты разрешались мирным путем через диалог и проведение переговоров. Отношения между нашими народами и странами – это исторические, традиционные отношения. Политический диалог является положительным и стабильным. И истоки этих отношений находятся именно в дружбе, которая состоялась между главнокомандующим Фиделем Кастро Русом и лидером Азербайджана Гайдаром Алиевым. Мы почтили ему глубокую память вот по прибытию в Баку. Поэтому я согласен с вами, что мы можем сделать все возможное для того, чтобы поддерживать наш политический диалог и улучшать наш торговый обмен. В отношении политического диалога могу сказать, что за последние годы состоялись обмены между министрами иностранных дел на другом уровне, другие министры посещали Азербайджан и наоборот. Я привез приветствие от генерала армии Рауля Кастро Руса для вас. Куба президенті ticari, iqtisadi, səhiyyə, təhsil, elm, humanitar, mədəniyyət, biotexnologiyalar, idman sahələrində əməkdaşlıq məsələlərinə toxundu. Ölkəsinin Azərbaycanlı həmkarların investisiyalarına açıq olduğunu vurguladı. Azərbaycanda neft-qaz sahəsində əldə olunan uğurları yaxından izlədiklərini deyən Kuba dövlətinin başçısı, Sovet dövründə 240-dan çox Kubalı mütəxəssisin məhz Bakıda təhsil aldıqlarını xatırlatdı. Спасибо большое. Хотел бы в первую очередь попросить вас передать наилучшие пожелания и искренний привет генералу Раулю Кастро Русу.
Также благодарю вас за уважение к памяти Гейдара Алиева, который заложил основы азербайджанской государственности. И как вы отметили, в советское время между ним и великим командантом Фиделем Кастро Рус сложились очень добрые доверительные отношения, основанные на глубоком уважении. И мы настроены на активное взаимодействие с вашей страной по всем направлениям. Как вы отметили, состоялись визиты министров иностранных дел, что подтверждает высокий характер политических связей. Уверен, что после вашего визита будут даны и с нашей стороны, и с вашей стороны соответствующие поручения экономическому блоку найти формы экономического взаимодействия с тем, чтобы увеличить товарооборот между нашими странами. Думаю, что одним из направлений сотрудничества могла бы быть инвестиционная политика. Азербайджан уже реализовал во многих странах крупные инвестиционные проекты. У нас есть хороший опыт в этом направлении. Мы также отметили сотрудничество в сфере спорта. И наши кубинские друзья, некоторые из них участвуют в различных спортивных состязаниях от имени азербайджанских клубов. Для нас большой интерес представляет сотрудничество с вами в сфере здравоохранения, где вы достигли очень высоких результатов самого высокого мирового уровня. Эта сфера для нас является приоритетной, поэтому думаю, что сотрудничество может быть многоплановым и в качестве подготовки специалистов, и, может быть, с реализацией каких-то совместных проектов. В качестве председателя движения присоединения Азербайджан будет делать все возможное для укрепления солидарности между странами-членами. Мы глубоко привержены бандунским принципам, которые полностью совпадают с главными направлениями нашей внешней политики. Уважение суверенитету, независимости, территориальной целостности стран лежит в основе как бандунских принципов, так и в основе международного права. Конечно, Азербайджан, как страна, пострадавшая от нарушения международного права, естественно, на международной арене отстаивает верховенство международного права и уважение территориальной целостности и суверенитета стран. Со всеми странами, членами движения присоединения у нас выстроены очень эффективные отношения, основанные на взаимном уважении. И наглядное свидетельство тому является, что мы были избраны председателем движения присоединения единогласно всеми 120 странами. И также члены движения присоединения сыграли большую роль в том, что Азербайджан был избран непостоянным членом Совета Безопасности при поддержке 155 стран. Председательство движения – это большая ответственность, и я убежден, что мы справимся с этой задачей. И также будем активно развивать двусторонние связи со странами-членами, в том числе с вашей страной.